пигментные пятна, запоры, расстройство пищеварения, метеоризм, ожирение. Вслед за накоплением токсинов в организме тянется длинная череда заболеваний. Чайный напиток Дахуан. Очищение кишечника, увлажнение внутренних органов, выведение токсинов. Чайный напиток Дахуан изготавливается из отборного дикого тангутского ревня, растущего в горах Тибета на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Благодаря своему поразительному действию лекарственный ревень был назван командующим выведением токсинов. Более того, лекарственный ревень был занесен американскими учеными в список нескольких десятков лекарственных препаратов, оказавших наибольшее влияние на всемирную медицину. Отборный тангутский ревень, произрастающий на надгорьях Тибета и входящий в состав чайного напитка Дахуан, может быть отнесен к лучшим из его видов. Чайный напиток Дахуан производится в строгом соответствии с уникальной рецептурой традиционной тибетской медицины с применением современных технологий органической экстракции. Напиток оказывает мягкое, слабительное действие, не имея в своем составе компонентов, вызывающих острую диарею. Активизирует естественную способность организма к выведению токсинов, обладает комплексным действием в области выведения токсинов, полностью соответствующим закону природы человеческого тела, прочищения, активизация, детоксикация, регулирование. Чайный напиток Дахуан способен быстро облегчить вызванные скоплением токсинов запоры, расстройства пищеварения. Глубокое очищение от токсинов. Благодаря специальной обработке чайный напиток Дахуан, выводя 95% компонентов, вызывающих острый понос, оказывает мягкое слабительное действие, прочищает каналы выведения токсинов по всему организму, устраняя таким образом большую их часть, сокращает время задержки остатков токсических веществ в кишечнике, очищая таким образом внутреннюю среду организма в целом. Не вызывает зависимости, выводит из организма только токсины и шлаки, не затрагивая при этом полезные питательные вещества. Прочищение для восполнения, двунаправленное регулирование. Данная продукция увеличивает ток крови в органах, ответственных за выведение шлаков, таких как легкие, печень, почки и кишечник. Восстанавливает их способность к выведению токсинов, добиваясь полного естественного очищения организма и токсических веществ. Использование передовых технологий производства позволило полностью сохранить все полезные свойства – активные и питательные вещества, содержащихся в ревене. Техническое обеспечение производства полностью соответствует международному стандарту GMP – быстрорастворимые гранулы, быстрота и удобство применения. Чайный напиток Дахуан – 4 этапа выведения токсинов. Первый этап – 1-5 дней. Увеличение количества выделяемых экскрементов, урчание в животе, повышенное газообразование, улучшение дефекации. Второй этап – 6-15 дней. Облегчение дефекации, постепенное уменьшение количества выделяемых экскрементов, улучшение общего состояния организма. Третий этап – 16-30 дней. Выведение из кишечника оставшихся токсинов, достижение регулярности дефекации, улучшение сна. Четвертый этап – 30 дней и более. Заметное сокращение количества прыщей и пигментных пятен, очищение организма от остатков токсинов, укрепление иммунитета. По 1-2 пакетика 2-3 раза в день. В зависимости от конкретной ситуации возможно снижение или увеличение дозы. Максимальная доза в день не должна превышать более 6 пакетиков. При запоре препарат рекомендуется принимать в течение более длительного времени. Естественным образом выводит токсины из организма, укрепляет его и наполняет безграничной жизненной силой. Чайный напиток Дахуан. Здоровье и легкость каждый день.